Я тебе сейчас одну хохму расскажу, ты даже не поверишь. Анна Васильевна тут работает. Идут девчата. Ну, что по газу, да? Идут и ой, какие красивые. Она говорит, да, красивые. Она потом говорит, ну и как вы думаете, как, где они взялись? Она говорит, да, говорит, мы с дедом накрутили и повесили. И они пошли. Она говорит, я же тебе говорила, что это сделанные. Представляешь? Она говорит, я же тебе говорила, что это сделанные.